Представители правительства региона посетили с рабочим визитом виноградники, которые принадлежат ООО «СГИФ». Их общая площадь составляет свыше 400 гектаров. В их числе 370 – это плодоносящие, а 31 – молодые. При закладке новых виноградников были использованы сорта «Сапирави», «Шатен» и «Каберне Фран». Валовый сбор в прошлом году равнялся более 3500 тонн. В 2023 году ожидается уже 4000. Отметим, что на этой территории используется система капельного орошения и имеется свой водоем на 14 тысяч кубических метров. А также подписан договор с Дагмеливодхозом по использованию поливной воды. Данная продукция поставляется на переработку и продажу как на региональный, так и российский рынок. При помощи Росагролизинга год назад предприятие закупило новые тракторы, опрыскиватели и агрегаты для межкустовой обработки.